Администрация Читы объявила аукцион для оптимизации маршрутов общественного транспорта. Начальную стоимость работ установили 8 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. По условиям контракта подрядчик должен сформировать не меньше 2 оптимизированных планов маршрутов для троллейбусов, городских автобусов и маршруток с учетом их количества и вместимости. Модели пассажироперевозок предлагается разрабатывать в том числе на основе данных сотовых операторов, а также проведения соцопроса. Контракт необходимо выполнить до 31 марта будущего года. Деньги будут перечислены из бюджета Читы.